Всем привет, друзья! Решил показать вам приборчик, который используется у нас на работе. Приборчик называется пирометр. Он служит для измерения температуры. Ну, вот фирма Nimbus, один из самых дешевых вариантов. Значит, мы его используем для измерения температуры букс. Ну и как же он работает? Значит, вот тут есть одна единственная кнопочка. Нажимаем, появляется лучик. Мы этот лучик направляем на объект, на котором мы хотим измерить температуру. И отпускаем кнопочку. Вот, и в течение там 5 секунд эта температура будет видна. Вот. На данный момент там было 19 градусов. Так вот. Точность температуры будет зависеть от расстояния до объекта и самого размера объекта. То есть вот тут есть даже такая схемка расположения пирометра до объекта. Вот. И получается, что тут вот расстояние 25-200, это будет 1,8. То есть будет угол, видимо, угол охвата этого объекта будет 1,8. При 25 миллиметрах радиус 8, при 200 миллиметров, ну и так далее. Вот 552, потом 400, 16, затем 75, 3 и 624, то есть чем дальше расстояние от объекта, тем больше будет угол охвата. То есть мы, получается, замеряем. Если вам нужно точнее, то подводим ближе. Если вам надо, допустим, найти, где этот источник тепла, то есть просто включаем и, то есть ищем. Допустим, на потолке у нас 27 градусов, то есть там самое горячо работает у нас тепловентилятор. Зачем ты его выключил? Я хотел на тепловентилятор навести. Ну я включу. Давай, включай, сейчас я как раз покажу. То есть, вот сейчас. Так, вот у нас тепловентилятор. Я на него навожу. И он у нас показывает сколько? 217 градусов. То есть это вот тепловентилятор. Там темы стоят. Значит, допускается эксплуатация буксы с температурой не более 60 градусов. Ну и как же определить температуру буксы? Для этого нам нужно знать два параметра. Это температура воздуха и температура букса. То есть, допустим, мы замерили. Мы знаем, допустим, что температура воздуха плюс 20, а мы замерили и узнали, что у нас температура буксы 80, плюс 80. Ну и путем вычитания, то есть 80 градусов буксы, мы вычитаем 20 градусов температуру воздуха, и у нас получается 60 градусов настоящая температура букса. То есть это уже предел, нужно смотреть буксу, ну то есть определять, стоит ли ехать дальше вагону или нет. Ну и также, допустим, если температура, мы знаем, воздуха 0 градусов, а температура буксы, допустим, тоже 60, то тоже будет 60, вычесть 0 будет 60, то есть тоже температура критическая, тоже нужно смотреть буксу. Ну и, к примеру, мы знаем, что температура воздуха у нас минус 20, а температура буксы плюс 40, то также температуру буксы вычитаем температуру воздуха. То есть плюс 40 минус 20 получается плюс 60. То есть тоже температура критическая, тоже нужно смотреть буксу. Ну то есть, а если меньше 60, то это нормальная рабочая температура.
Вот, ну и вот также вот этим вот пирометром я снимал недавно видео, как регулировать клапана с помощью рейки. То я думаю, вот тоже замерить. Там есть график температур, то есть когда это температура двигателя такая-то, то и зазор выставляется там по схеме. То есть вот можно, я думаю, вот этим вот устройством определять, кто прям хочет, чтобы точно все выставлять. Вот. Ну и на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.